Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня у нас будет видеообзор на вот такой вот Big Lunch. Здесь лапша с тушеной курицей и луком. Вот. Такой вот здесь вот очень много, состав такой вот очень большой. Как заливается. Вот, и сегодня мы попробуем, вкусный он или нет. Хотя я очень давно в таких покупала, мне не понравилось. Не знаю, сегодня муж купил. Ага. Здесь находятся 3 пакетика. Смесь. Здесь еще смесь суповая, овощная. Там маленькие комочки чего-то. Здесь соус куриный, ну как с курицей же, что-то там пролилось, с курицей, вот тут куриный, и суповая основа, ну видимо это специи, и вилка, такая, ну какая-то неправильная вилка. Так, сейчас мы сначала основу посмотрим. Опа. Там она в виде порошочка. Ладно, сейчас я высыплю. Да, это в виде порошка. Это, наверное, она там, по-моему, остренькая. Или вот какая-то такая. Так. Смесь. Суповая овощная. Там, наверное, что-то типа морковки. По-моему, зелень. Сейчас мы ее откроем получше. Так вот. Вот она. А, да, там зелень, какие-то козявки. Какие-то, это, видимо, типа как мясо, что ли, там, или что-то такое. Вот, и у нас курица, соус куриный, там мягенькое такое, не знаю, что там, я помню, как-то очень давно добавил, там, блин, такая была гадость, несусветничающаяся. Так, сейчас мы посмотрим, какого она цвета, мне кажется, какая-нибудь коричневая или красная должна быть. Да, тут какая-то непонятная. Интересно даже. Ай, козявка какая-то. Вот. И теперь мы все это заливаем кипятком. Так, сейчас мы накроем. Так вот мы ее накрываем и оставляем, не знаю, минут на 5, наверное. Я не почитала, если честно. Так, ну вот прошло 4 минуты у нас. Открываем, смотрим, что тут. Все плавает вон. Наша вилочка. Не знаю, где ее... Хотя, в принципе, ее можно есть. Должна быть вкусной, я думаю. Вермишель. Сейчас пока горячая, я пробовать не буду. Посмотрим. Наверное, я в комментариях просто напишу, какой вкус был. Вот. Потому что сейчас пока это все остынет. Здесь, в принципе, одинаково и бульона много. Вот. Такой был обзор. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нравится ли вам такая еда. И какие вам больше всего нравятся из таких вермишелек. Вот. И всем пока-пока.